Привет, хейтеры! Сосите хуй! Так-то по правилам Ютуба не очень желательно, чтобы в первые секунды видео звучал мат. Но мне похуй. Всем привет, дорогие друзья! Давно не виделись, правда ведь, да? Потому что вы мои видео не смотрите. Совсем что ли охуел? С вами снова я. Олег! Если ты сука... Не забыл, ты же не смотришь мои видео. Ну а если ты хочешь, чтобы я начал относиться к подписчикам лучше, заебали, то надо обязательно досмотреть это видео до конца, нажать там лайк, написать сразу же несколько комментариев и скинуть этот ролик друзьям. Погнали! Сегодня я буду читать комментарии под вот этим видео. Я убийца. Кто убил Симбочку из ТикТок? Симбочка, я тебя люблю. Да-да, та самая моя старая реакция, которую я выпустил еще в октябре 2020 года. Здесь накопилось за все это время почти 2000 комментариев. К сожалению, большую часть реально смешных комментариев я не смогу прочитать, потому что YouTube их удаляет. Сегодня мы посмотрим то, что YouTube все-таки пропустил, и зайдем на каналы тех, кто оставляет мне подобные комментарии. И дам такому виду видео особое кодовое название. Зверополис. Ну вы поняли, типа, звери. Животные и другие обитатели дикой природы. Капец, на приветствие ушло 2 минуты видео. Отнимаю ваше время бесплатно. Понимаешь, вся моя банда плачет, когда произносится имя Симбы. Мы сделали алтарь, потому что Симба умер. Я горой за Симбу, я плачу прямо сейчас. Дорогая мама этой девочки, давайте ей, пожалуйста, пореже. Планшет, телефон, что вы там ей даете? Сухой корм? На канале, к сожалению, у нее ничего нет, а так хотелось бы, чтобы что-то было. Мне интересно посмотреть, что значит алтарь и что значит вся моя банда плачет. Если это какая-то банда из Роблокса, я искренне надеюсь на то, что это точно не банда каких-нибудь детей-уголовников. Ау! 2.15, это я, когда не хочу делать уроки. Только что за хуйня? Нормально. Зайдем на канал, посмотрим. Меня это уже пугает и настораживает. Но я, пожалуй, нажму Gacha Life. Gacha Life — это типа жизнь в стиле гачимучи. Давайте посмотрим. Так, я не хочу отлетать по авторскому праву. Ты не понимаешь его скрытый смысл. Этот клип гениален. Сука, попався. К сожалению, тут у маленького количества людей действительно что-то присутствует на каналах. Зайдем, посмотрим, что ты выпускаешь. Тоже ничего нет. Да вы чё, охуели, что ли? Когда кто не понимает, что такое Роблокс и говорит, что за дичь. Блин, я очень люблю свою кису, которая умерла. И Симую мне жалко. О-о-о! Криар Слайм, погнали. Это типа АСМР, да? 1 апреля 21 года. Только ты одна можешь зацепить мое сердце. Ты одна. А я не знаю, мне теперь замазывать лицо этой девочки или нет. Вдруг меня найдут ее родители. Ты что-то выпускал? Тоже ничего, да дети, начните вы уже вести YouTube-каналы. Ты вообще понимаешь, что Симба умер? Светлая память Симбочки. Ну ты-то по-любому что-то снимаешь, да ведь? О, Йоши и шпроты в магазе. Походу, это чужой перезалив даже. Олег, что это такое? Я, это Симба. Тут должно стоять двоеточие. У тебя же точка с запятой. Да, не удивляйтесь, я тут полистал некоторые каналы, поэтому можете посмотреть, что у меня тут посмотрено. Мона Лиза поет мечи... Намекая... Казахский. Ты бездушный. Симбочка умер очень страшной смертью. Симбочка, ты всегда будешь в наших сердцах. Вы в какую-то одну и ту же плюс-минус залупу играете. Я, будучи ребенком, играл в MMORPG. В частности, Perfect World. Потом перешел на PvP-сервера Perfect World. Во что играют дети? У ребенка проблемы с отношениями со сверстниками в школе. Вот, меня обидели, а я так достаю пистолеты так. Пау-пау! Ну тут реально, хоть упади от таких лиц. Тут снимаешь? Блядь.
изначально я открывал все эти видео с надеждой показать вам, что мои хейтеры типа тупые люди. Но на деле я показал то, что я раза в два тупее, раз продолжаю этим заниматься. О! О! Бравл Старс! Бравл Старс! И я хотел попросить... друзья мои... Короче, можете, пожалуйста, подписаться, поставить лайк... Короче, подписаться, поставить лайк и разослать мой канал ко всем друзьям. Короче, ребят, вы можете, пожалуйста, подписаться и разослать мой канал всем друзьям. Ну, короче, пожалуйста. Хорошо? Да, это будет. Короче. И короче. Короче, кто меня знает, тот знает. И песни, и мне сейчас интересно, сойдет кому-нибудь или нет. Ну, давайте. Приступаем. Сейчас будет громко. Приступаем. Бравл Старс. Каждый сам за себя. А, то есть тут ты уже решил не комментировать, а просто вставил музыку. Я построила школу, но тут уже есть место, где можно как-то... Кстати, можно задавать вопрос, а ты нет в комментариях. И если что, я дружу с лисичкой Лайк. А я не дружу с лисичкой. А я вот не дружу с лисичкой. Короче, все, хватит с вас. Если вам понравилось это, ну, говно полнейшее, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, я еще сниму подобное, потому что комментариев там за глаза. Обязательно подписывайтесь на канал, рассылайте это видео друзьям и смотрите другие ролики. Пока.